Китае казнят самую молодую в стране миллионершу. 28-летняя Уин приговорена к расстрелу за создание финансовой пирамиды, в которой растворились 56 миллионов долларов. Как сказано в приговоре, люди охотно несли деньги под обещание высоких процентов, доверив их Уин в бизнесе. Она родилась в крестьянской семье. К 25 годам стала известна всему Китаю как хозяйка множества универмагов, интернет-кафе и автосалонов.